150 человек погибли в результате взрыва в столице Йемена. Около 300 ранены. Такие данные предоставила МВД страны. Во время традиционной пятничной молитвы террористы проникли в две центральные мечети Саны. На них были пояса смертников. Прогремели 4 взрыва. Уже известно, что ответственность за теракт взяла группировка «Исламское государство». В мечетях Бадр и Аль-Хашиш, где произошла трагедия, в основном молятся хуситы, мусульмане шиитского толка, получившие контроль над йеменской столицей в сентябре прошлого года. Как стало известно, среди погибших в сегодняшнем теракте один из духовных лидеров хуситского движения. МИД России рекомендует воздержаться от любых поездок в Йемен.